Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы приехали забирать Honda Accord. Вот здесь прям, смотри, вот она. Дергаю, да. Мы уже ее осмотрели, нам сегодня наша задача поставить ее на учет. Вот скол, смотри. И забрать ее отсюда. Демпферов нет, он 2,2 двигатель. Заводил его только что. Да? Масло он должен был ему поменять. Да, маслецо свеженькое. Но поменял, да. Оно, если бы она тысячу даже проехала, оно бы черное-черное было. А почему? Autohaus Schubert. 108 тысяч. 5.11.15. Это следующая замена. Это да? Сейчас. Сейчас сколько у него пробега? Не, а это следующая. А да. Что будет? 90 там. Oil Wechseln by. 90, извини, я 108. 90, видишь, он дописал. 5.11. То есть масло он тебе поменял, чип-тюнинг он тебе сделал. Куда только он его запихал. Это не он. Нет, не он. Нет, не он. Там коробочка должна быть. Куда он его подключил? А подключается вообще там 2 секунды. Чип-тюнинг мы с него выжили. Он бесплатно же тебе его сделал. Да. Он мне написал, что сделает. 300 евро он сказал, что он стоит, но сделал бесплатно. Ну, все сделал, все, что надо. И сколько у него лошадей сейчас стало? Я думаю, при чипе? Под 200. Под 200, да? Там 150 в стоке, так что я думаю, что... Ну, 180, наверное, 200, наверное. Нет, 180 это RS. А я не знаю, это RS. Не, этот, если с чипом, он у тебя на процентов на 20. 200, я не думаю, что он тебе 50 лошадей из-за чипа поднимет. Вот, машина у нас не битая, у нас крашена две детали. 2,2 двигателя, я уже сказал. Хорошие на цепочке. Крашена, по-моему, та сторона, да, у нас? Да, с той стороны. Комфортный вход у нас. Он закрыл машину, да? Не доверяет наша машина, но не доверяет. Мелкие царапины. Там открыто, да? Вот, выжали с него зимнюю резину, получили бесплатно. На неоригинальных дисках. Хэнкок. Ну, еще нормально. А машина едет в Чехию, так как в Чехии нельзя ездить сейчас на летней резине, нужна была зимняя. Не, ну хорошо покрасил, смотри. Не видно, да, что отличение. Вот эта деталь и вот эта. Ну-ка, откроем. Ну, чувствуешь, что пахнет, да? Да, наверное. Есть запах, не да? Сильно. Пару вонючек, только здесь. Нормально. Перфорированная кожа, белая строчка. Ты понял, она открывается механически, а закрывается автоматически. Так она должна открываться. По-моему, да. Ее... Это летняя резина у тебя на оригинальных дисках Honda. Резина, ну, может быть, на сезон, но так себе. Видишь, она уже потрескана. Ну, если совсем худо будет, оденешь ее, она. 4 баллона. Все с дисками. Она на этих дисках была. Тоже красивая, да? Вот мне стиль нравится. Вот что-то похож как на РС. Знаешь, у РС только вот такой он здесь. Этот резиновый коврик. Gehen wir rein? Ja. Ja. Genau, ich habe alles schon vorbereitet. Gell? Reifen sind im Auto. Super. Hinterreifen drauf. Den, glaube ich, müsste eingebaut sein. Die Leistung ist schon drin. Das ist hier vorne rechts. Das, hier ist die Leistungssteigerung. Ja? Ah, die da wird, ist es. Die wird nur dazwischen geschaltet, genau, ist hier okay. Befestigt, ist hier geschützt in dem wasserdichten Sack. Und sehr gut. Das gibt nochmal ein bisschen... Wir Schmerzen. Haben gerade gesucht, genau. Ja, das ist das Teil, ja. Da ist er, okay, da kommt er raus. Ja, okay. Das ist gut, also das gibt nochmal... Sehr gut. ...für eine extra Leistung, ja. Ja. Ich glaube, das ist alles gemacht. Service. Ja, dann machen wir fertig, fahren wir zur Zulassungsstelle. Genau. Schaut mit rein. Сам шеф, сам шеф. Обслуживай. Так, забрали мы машину по цене. У нас машина стоила 19 500. Мы забрали ее за 19 ровно.
Получили еще чип-тюнинг на нее и резину на халяву. Сейчас едем с Уласом в Штеле ставить машину на учет. Жалко, что такие машины больше не производят. Очень жалко. Отличные автомобили, особенно в комби, мне не нравится. Или в универсале. Ты садишься за руль? Давай. Резиновые коврики постелил, прикинь. Причем, по-моему, новые вообще. Вот это сервис. Rest Sprit für 8 Kilometer ungefähr. Also danach nach der Zulassung müsst ihr euch tanken fahren. Ja. Okay. Hier in der Nähe ist gleich, ich weiß nicht, in welche Richtung fahrt ihr? Zur Tankstelle. Genau. Mit Navi geht es auch leicht, aber hier in der, an der Autobahn unten ist gleich die nächste. Ja, ja, alles klar. Заправки нету. Причем, прикинь, то, что неважно, у Хонды, он же сейчас включил Webasto, она начала работать. Ну? У него солярки нету, он начинает работать. Потому что в немцах заведи сначала. Так, мы пристегиваемся, да? Угу. Вот запах убрать с салона, и будет вообще просто прелесть, да? Драйв, да. Вот так. Бомба, слушай, вообще. А что он пить? А, заправится. Смотри с этой стороны, эта машина. Что там дребезжит в багажнике? Так, документы мы взяли, паспорт у тебя с собой. У себя. Да, все. Короче, у него круиз-контроль с функцией торможения, и он еще полосы чувствует. То есть он рулит там. Хорошая. Да не, хорошая. Сидушки вообще удобные, длинные. Не, она мне тоже понравилась. Блин, автосалон вообще большой плюс за то, что они сделали такой сервис, да? Они тебе сделали тормозную жидкость сейчас, масло. Вот. Фильтра, наверное. Ну, фильтр масляный однозначно. Да. Вот. Коврики резиновые. А вот мы и приехали. Зимняя резина. Да. Хотя ее не было, он с самого начала сказал, нет у нас. И все это бесплатно. Она там на продажу была, эта резина. Если честно, я тебе не скажу. Вот сюда можно. Ищи место, короче, куда-нибудь. А вон там еще можно поставить. Да. Может сюда вот так вот поставить, место же есть? Все, вставляй их просто вверх, да, а потом эти защелкай. Второй ключ, то есть две памяти. Две памяти, да, на второй ключ. Ты вставляешь, что она автоматически... Под тебя, да. И он тебе вот последнюю внес сюда, вот он. Коррозию проверили, бремзен, это тормозная жидкость и масло с моторным фильтром. Это счет. Силенбергайфунг. Это все колеса.
все колеса, это все колеса. Лампочки дешевле? Нет, это краска. Если скола будет, может подкрашивать. Хорошая штука. Но здесь про чип ничего не надо. Ничего нету, то есть ничего не надо говорить. Он точно сделал его? Да, я сейчас покажу, где пойдем. Это в мешочке, да? Это чип, да? Да. И он защищенный мешочек. Капот тяжелый. Да. Все, вот он, смотри. Чехол, видишь, его защитный. Он говорит, он водонепроницаемый специально какой-то. И вот отсюда они его подключили. Эй, карту отдай. Сейчас пытались заправить картой, но кредитная карта нельзя заправить. Только маэстро или ЭЦ-карта. Вот. То есть, если ты придешь сюда с визы или мастер-карт, то заправить не сможешь. Вот такие заправки. Евро 13,9. Россия евро 14. Вот. А бензин евро 31. Красный крест. Туда можно скидывать одежду. Одежду и обувь. Компрессор, пена, ключ. Забираем ключ себе, отключим. Если ты колеса пробиваешь, ты сначала закачиваешь вот эту пену в баллон, а потом накачиваешь компрессором. Там инструкция есть прямо на ней. Вот на... Ну, запаски же нет у них же запасок нет. Место еще. Раз. А слушай, а птичка должна где-то быть, да? Где-то ты показывал. Где-то... Здесь болты для вторых колес, для этих отдельно. Ага. Не перепутай. Будешь потом. Здесь вот, по-моему. Да. Нет, здесь только этот. Треугольник. Может там дальше еще? Сейчас посмотрим. Если птички нет, там птичка нужна. Нет, есть, была. Может быть, тут. Тут ничего не открывается, да? А, не... да, слушай, вот птичка. Куда птичку сперли? Сейчас будем спрашивать. Треугольник вот он. Нет. Ладно, я пойду спрошу за аптечку и за документ от. Да? От. Чипа. Чип тюнинг стоит от Drive Power. Серин месик у него 150 лошадей. Вот, а с чипом у него 180 вообще. 132 киловатта стало. Ну плюс 20 примерно. И 400 ньютонов. На 50 ньютонов. Вырос. Хорошо. Нормально. Да. А стоит? Цена, видел? Сколько он стоит? 600 евро. 600 евро он стоит. Так я же говорю, что я слышал, что на халяву тебе. И еще. Еще столько ништяков тебе, вообще нормально. Да, так бы каждому. Довольны бы все были, точно. Еще так тебе пойдет. Ну да, 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 все, не смотрите, тут будут писать, там, грязина, говно, нормальная грязина. На один раз, да. Сейчас столько ништяков, ты что, хорошо, что заметил, да, эту? Ну. Пускай ездит, наслаждается машиной. Ну все, мы тогда... Прощаемся или мы говорим до свидания? Думаю, до свидания. Очень было приятно познакомиться. Мне тоже приятно. Спасибо большое. Все было супер. Все было классно. Путь, дорогу тебе еще сколько километров? Ну, сейчас я еду там до Праги, я не знаю, где-то километров 400, наверное, или 500. А потом еще 300. Больше, и потом еще 400. Часов 8, наверное, да?
Ну давай, давай, давай. Машина заправлена, сытый. Приедешь домой, напишешь смс-очку. Приехал, добрался, все нормально. Конечно. Еще раз. Все. Было приятно, реально. Все, давай. Ничего не забыли? Сумку. Походу сумка там. Сумка опять сейчас выехала. Моя сумка уезжала уже в разные страны. Пыталась, по крайней мере. Сумки нету. Тихо, тихо, тихо. Ты забрала? Тихо, тихо. Ну я ж вспомнил. Все, пока. Какие-то вопросы по зубам. Спасибо. Все, пока. Давай. Большое за то, что ты посмотрел это видео до конца. Нажав тут, ты можешь посмотреть одно из наших последних видео. Либо ты можешь посмотреть наши плейлисты и увидеть там и услышать интересную информацию об автомобильной жизни Германии. Также ты можешь подписаться на наш канал, либо перейти на наш сайт, где ты увидишь таможенный калькулятор в России, там полностью информация об автомобилях из Германии в другие страны. С вами был Денис Рем. До новых встреч. Пока-пока.